В линейном отделе по делам несовершеннолетних в Анапе правоохранители и представители общественного совета при ОВД вручили многодетным семьям школьные канцелярские наборы – тетради, карандаши, альбомы и краски. Для любой многодетной семьи такая помощь не лишняя, особенно в преддверии 1 сентября. Это капля в море даже в масштабах Анапы. Я считаю нужным, чтобы в следующие преддверии 1 сентября как можно больше охватить этой акцией неблагополучных семей, трудных подростков и многодетных семей. И, конечно, привлечь к этой акции предпринимателей наших анапских, представителей бизнеса. Кроме этого, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проведут дополнительные проверки семей, находящихся на учете, основная цель которых – общая готовность подростков к новому учебному году.